Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Балезина. Здравствуйте. Рост жалоб на взятки в Кировской области объяснили кризисом. В полтора раза выросло число таких сообщений, поступивших в следственные органы в этом году. По мнению юриста Яна Чеботарева, связано это с потерями в экономике. Потери тех сумм, которые еще год, полтора-два назад достаточно спокойно воспринимались бизнесом, в настоящий момент подобного рода поборы являются уже критическими для существования. И как только мы выйдем из кризиса, получим какое-то развитие и прочее, сократится число обращений, люди будут пытаться закрывать глаза. За 5 месяцев этого года в следственные подразделения области поступило 200 сообщений о коррупционных преступлениях. Факты выявляются в органах власти, в системе МВД, УФСИН и в контролирующих органах. Программа «Экономика». Кировский бизнес получил из госбюджета почти 5 миллиардов рублей. 850 миллионов рублей выдано в качестве субсидий на выплаты сотрудникам зарплат по одному МРОД. Еще около 1 миллиард рублей получили предприниматели в банках в качестве беспроцентных кредитов на выплату зарплат. Кроме того, почти 3 миллиарда выдали банки в виде льготных кредитов по 2% по госпрограмме, направленной на сохранение занятости. Тем, кто сохранит до апреля 2021 года штат на 90% с действующими окладами, кредиты спишут вместе с процентами. Если будет сохранено более 80% персонала, вернут только половину суды и процентов по ней. Экономика на 101 FM. В Кирове создан совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Его организовали при администрации города. Предполагается, что советы будут участвовать в формировании нормативно-правовой базы, обобщать информацию о нарушениях прав и интересов предпринимателей, вырабатывать меры по их защите. В его состав, помимо представителей бизнес-сообщества, вошли чиновники администрации и депутаты Гордумы. Возглавили новую структуру руководители города Дмитрий Осипов и Елена Ковалева. Экономика. Завершение о валютах на сегодня. Доллар и евро подросли накануне. Доллар стоит 72,17, евро 81, рубль 47 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.